поводок интересен. А чужой гвоздь, а свой. А, теперь свой интересен. С чего бы это было? Сандра. Булочки и мамины. Не буду, буду, буду. Надо сестру освободить из плена. Соседский. Сестру надо освобождать. Ну, она такая сестра, ее надо освобождать вообще-то, фух. Фух, надо как сильно освободить. На улице они такие маленькие, а дома вроде как уже и большие. И что ты? И что ты? И что? Все. Соску пососать, да? Соску пососать? Хватит соску сосать, ты уже гуляй. Ой, так когти почесать. А посмотри. Конечно. Санта, иди сюда. Санта. Сантуся. Понимает, Санта. Откуда поводок идет? Санта, конечно. Она такая самая смышленная. И более уравномешанная. Она быстрее всего адаптирует. Мне-то не надо. Как не надо, скажи. Санта. Санта. Оп, все. Сандра, не грызи свой поводок. Грызи чужой. И чужой тоже не надо. Это пробуешься. Все. Почти уже адаптировалась. Санта такая более впечатлительная. Сломали мои шлепки, все, они уже порвали. Меня поймали в сети. Догоняшки.